С вами мафиози Антон Чалей, и я расскажу вам, как играть в покер. Первые упоминания о покере датируются 1526 годом. Ух, и давно это было. Одна из тех игр, в которых игроки смело втирают дичь друг другу. По статистике, любой игрок блефует не менее, чем в 10% случаев. Покер всегда имел дикую популярность у азартных людей, которые играли в него на совершенно немыслимые и безумные деньги. Смысл игры заключается в сборе самой высокой и крутой комбинации карт. И самой сильной комбинацией является Royal Flush, который состоит из 5 старших карт одной масти. И сейчас я покажу вам единственный осознанный способ ее сборки. У меня в руках покерная колода карт. Максимально перемешаем несколько раз те карты, чтобы получился хаотичный порядок. Эта техника имеет название «Мертвые мафиози». Почему, спросите вы? Мафиози всегда играли в покер на высоком уровне. Для этой техники нам понадобится оккультный медальон для вызова духов. С помощью его можно связаться с потусторонним миром и попросить их о любой желаемой услуге. Только будьте аккуратны, мафия при своем появлении может забрать и ваши деньги. После того, как мы перемешали колоду, берем медальон и кладем на карты. Просим мертвого мафиози собрать идеальный Royal Flush. Тогда те карты, которые случайно выпадут вам в руки, и окажутся самой сильной покерной комбинацией. Туз черви, 10 черви, король черви, валет черви, дама черви. Все 5 старших карт одной масти. Как вы думаете, к чему я вообще клоню, показав вам такой способ? К тому, что сознательно собрать Royal Flush практически нереально. Шансы его выпадения равняются 1 к 650 тысячам. Так что лучше собирать более низшие комбинации карт: Full House, Street, Flash и другие. Но держать при себе оккультный медальон никогда не помешает, если вы понимаете, о чем я. Ваши комментарии с прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал. Не пропускать новые видео, которые выходят целых 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий, самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!